Доброго времени суток, дорогие друзья. Мы с вами играем в Stray. Тут ходят копы. Палят всякое. У нас котик-обормотик. Нас могут заарестовать, но мы живыми не дадимся. Но это не точно. Так, иди отсюда. Нам предстоит найти Клементину. Она тут вне закона. И нам нужно в резиденцию. Вроде бы это куда-то в ту сторону. Но это не точно. Ну что ж, погнали. Копы зачем-то тут всех щемят. Или щемят, не знаю. Как правильно. Так, тут какие-то дроны. Наверняка нам туда не надо. Может быть, конечно, и надо, но не сейчас. В принципе, так, стоп. Ну, мы зайдем, посмотрим. Потому что там мы себе значок нашли. Здравствуйте. А чем я могу тебе помочь, шеф? Шеф? Так, ладно, ну, давай спросим. А ты не можешь заплатить мне реальными деньгами? Чё? А, то есть ты Баблинского хочешь? Ну, допустим. Так, что у тебя тут полезного есть? Что тебе совершенно не нужно, а нам пригодится. Не? Ну-ка, чпунька. Тебе пофиг, да? Ну и ладно. Внезапно. А что это такое подрезал? Интересно наблюдать, как роботы имитируют работу и поведение людей. Здесь, похоже, продают бургеры и уличную еду. Ну, покушать было бы неплохо на самом деле. Я помню свое любимое место, куда я ходил, когда был человеком. Оно было маленьким и уютным. Официанта звали? Не помню. Вроде бы как-то на М. А что? Как я тут нашел? Почему? Внезапно я сюда залез и случайно нашел воспоминания. Ну надо же. Не знаю, как это нам поможет и чем самое главное. Так, на М ты... На М? Ну-ка. А чем я могу тебе помочь, шеф? Не знаю. Пока что не знаю. Так, стоп. Так. Да. Тогда пода. Перевести. А, меню, сухой воздух, миска горячего масла высшего качества. Хотя, может быть, нам особо и не нужно это. Так, здорово. Я только что прошел мимо лифта, и на меня накричали стражи. В течение многих лет нам говорили, что поверхность непригодна для жизни. Мы просто принимали это как факт. Но почему? Так, знаешь что, дружище, держись подальше от стражей. Они такие жестокие, схватили моего приятеля Пабло, посадили на 350 лет. Так что будь осторожен. Так, W. Е. О, Клементина, на твоем месте я бы ее не искал. Когда стражи ее поймают, лишь вопрос времени. Но если будешь спрашивать и дальше, то в конце концов ты ее найдешь. Просто знай, что тебя ждут неприятности. Да, кто бы сомневался. Так, ну-ка. Так, W. А ты что скажешь? Фотография. Знакомая, я не уверен. Мой жесткий диск слегка глючит в последнее время. Так, к сожалению, я не могу тебе помочь. Спроси кого-нибудь еще. Ладно, в принципе, нам известно, куда идти. А что, вот я вижу, ну, это куда-то сюда. Ну, мы обязательно сейчас просто пошаримся еще вокруг. Здравствуйте. Что скажешь? Рейзинпут. Я пытался скачать аимботу, чтобы стать лучшим в этой игре. Но в итоге получил вредоносное ПО. Не знаю почему, но сейчас все выглядит странным.
Раз... Так, так, так. Она искала информацию о всяких очень странных машинах. Странно. Допустим, а им бот он качал. Так, я освоил все игры, которые когда-либо существовали, но не могу понять, как это работает. Шарик, ты балбес. Так, может быть, я не вижу в ней всей картины. Так, хотя, давайте сейчас тоже спросим. Так, W. Раньше она искала информацию о всяких, так, предположим. Стой. Все. Беспредел. Так, здорово. Ну что, бандиты? Не знаю. Тонин, мне почти все нравится. W. Разные. Так, так, так. Раньше она... Так, здорово. Напиток масла, а твой мемут... О, мемут. Возможно, это тот, кого... Возможно, это то место, которое, ну, мы помним. Красная фотография, кажется, я видел эту девушку раньше. Так, так, так. Так, мемут. Где мемут? Так, ты мемут? Нет, это Джонни. В твоих маленьких глазах наш мир должно быть, кажется, огромным. А хотел бы я быть таким же крошечным, как ты, чтобы исследовать новые тайные места. Вот так. Не так ли? Ну, допустим. А с тобой что, пообщаться, не? Ты масло напился. Понятно. Так, так, так. Котеечка там лапкой машет. У нас тут есть что-то полезное? Мне кажется, тут тоже мы не зря можем забраться. Хотя не факт. Не? Просто так залезли? Непонятно. То есть какие-то места тут вполне себе важные. То есть можно найти воспоминания, еще что-то. Какие-то просто фонарь фонарем. Так, ладно. Ноу. Стоп, ноу. И тут тоже ноу. А это что такое? Стоп, а мы тут разве не были? Кто мне... Так, стоп, а разве мы тут не ходили? Так, я помню этого товарища. Так, стоп. Ноу. Тоже ноу. Здорово. Круто сейчас, да? Ничего плохого с нами не случится. Растаманы, что ли, местные? Ага, я знаю ее, я часто ее видел. По-моему, она где-то тут. Она всегда говорила о том, чтобы уйти из города. Не понимаю, как прекрасное место. Зачем уходить? Так, а ты что скажешь? Свист. Понятно. Раскумарился. Угу. Так, третий этаж нам нужен. Ты чё? А, эй, тупица, мы тебя... Так, ладно. Вы кто такие? Нам очень скучно с тех пор, как стражи установили камеру в резиденции. А почему? О, кассета. Эй, малыш, наш кассет, раз ты не знаешь, могу дать тебе одну, но тебе придется кое-что сделать для танцора Дженма, Мика и меня. Стражи установили камеры наблюдения, чтобы следить за нами. Нам это очень не нравится. Поможешь нам избавиться от них? Как? Так. Камера. Из строя. Предположим. Так, нам как минимум на третий этаж.
Поэтому, в принципе, мы можем захренячить камеры. И в пятую квартиру. В принципе, допустим. Это плюс-минус понятно. Осталось только сообразить, что как куда. Если тут что-то еще. Так, кьюб. Не, это нафиг не надо, просто так. Так, лицо, с которым вы пытаетесь связаться, временно недоступно. Ими хватит дурачиться. Понятно, ничего полезного. Так, так, так. Там мы здесь можем залезть. Залезаем. Так, камера. Сколько там камер надо за это испоганить? Раз камера, два камера. Стоп, а провод? А что это за провод? Странно. Так, так, так. Непонятно. Ладно. Видимо, это где-то наверху надо разбираться. А то есть вы тут начинаете как только тусить, вас щемить начинают. Здорово. Лин, что значит ты забыл лист персонажа? Я потратил целую неделю на подготовку к сеансам. Огонь. А, прости, я забыл, куда я его положил. Ну ладно, давай играть. Я пойду в ту пещеру за мной. Ничего не понял. Это типа ролевики какие-то играют в... Как там один ведущий, а другие там что-то делают. Так, ладно. Камера. Нет, не тут камера выводится из строя. Так, тут можно спуститься. Тут ничего интересного. Нафиг? Неизвестно. Так, так, так. Камера. Камера, камера, камера. Так, от сих мы грозить шведу не можем. Ну-ка. Спейс. А мы не подсу... Шпуньк. Но, в принципе, это было не сильно сложно. Но, допустим, так. Я не знаю, насколько нужно вообще как бы вот этим заниматься, но нам не сильно практически сложно. Прыг. Пульк. Так, все, кончились камеры. Или вон там где-то еще есть камера. Нет, там камеры нет. Так, что скажете? Эй, пацаны. Так. Ну чё, пацаны, аниме? Здорово. Не такие уж вы и умные стражи. Допустим. Так, здорово. А, видишь те камеры наблюдения? Камеры, камеры. А где еще камеры? Камеры. Тут нет камеры. А где-то что-то жужжит. А, вижу камеру. Вон камера. Так, камера. Где-то еще камера есть. Так, ладно. Стоп. Вон камера. Нам ее надо зафакапить. Так, так, так. Эй, камера. Слышь ты, сюда ходи. Так. Теперь ищи эту камеру. О, камера. Ну, тоже вроде как не это. Не слишком сложно. Пуньк. Пуньк. Так. Камеру, причем кассету можно вставить, я помню, в магазинчике.
Так, я смотрю, там туса началась. Так, нам надо только найти место, где... Так, спуститься. Надо ли нам спускаться? Нок-нок, мадафака. Что за шум? Я смазал все свои подшипники в прошлом месяце. Понятно. Просто суету навели. Так-так-так, где тут спуск-то? А? Не. В коробку мы не полезем. Воу-воу-воу-воу. Робо-дэнс. Электробрейк. По-моему, это так называется. Здорово. Уц-уц-уц-уц-уц-уц-уц. Так, ты что скажешь? Эй, кажется, у Саймона есть кое-что для тебя. Уц-уц-уц-уц-уц. Молодец. Ну, не думал, что у тебя получится. Как мне их делать? Вот, держи приз, ты заслужил. Данкишон. То бишь, спасибо. Хорошего дня, малыш. Так, ладно. Суету навели. На втором этаже, я так понял, тут... Вроде как особо ничего нет. Поэтому струячим сразу на третий. Ну, наверное, ничего больше нет. Может, что-то и есть, но... Я просто не приметил что-то полезное. Так, прых, прых, скок. Так, третий этаж, пятая квартира. Как нам опознать пятую квартиру? Здорово. Ты кто такой? Мяу. Мука. Четвероногую, издающую милые звуки. Мне нравится эта концепция. Так. Адрес есть. А, я понял. Две. Ну, в принципе, это не сложно, плюс-минус. Так, тут это непонятно, что такое. Четыре. Нам нужна пятая, так. Стоп. О, пятая. Прыг. Скок. Странно, что ее не вычислили. Как бы, в принципе, несложно. Достаточно небольшое здесь помещение. Так, хорошо, что она не палит. Так, стой. Контору. Здравствуйте. Да, ёбана. Вообще нормальная или нормальный? Так, Клементина, странно выглядишь. Я думал, ты стра... А, неважно, кто ты. Чего ты хочешь? Ну, а рассказать, что я хочу, не? Так, отвечай. Что ты делаешь в моем доме? W. Погоди, значит, Злобалтазар наконец-то решил кого-то послать. Так, я полагаю, что ты новый рекрут. Какой-то маленький. Как ты вообще выжил в канализации? Кажется, находчивость тебе не занимать. Я ищу путь в аутсайд с того момента, как ушла из рыбовейника. Но стражи всегда на чеку. Теперь, когда ты здесь, ты сможешь мне помочь. Следуй за мной. Так, стой, у тебя тут что-нибудь пользительное есть? Нифига пользительного у тебя нет. Так, стой. Я надеюсь, она там сейчас не потеряется где-нибудь. Так, 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 так. Пью. Чую, нам сейчас в башке даст. Зачем? Зачем я все забрался? Так, тут какое-то логово. М-м-м.
зачем-то же сюда... А, я тут поспать могу. Ну, я не знаю, зачем я тут буду спать. Пока непонятно, как бы, суть того, зачем спят тут котейки. Так, стоп, а куда она сказала за мной идти? А, здравствуйте. Так, сейчас мы с тобой поговорим. Вначале мы тут немножечко посмотримся. Нифига нет. Ну ладно. Я уже давно разрабатываю план использования старого поезда. У меня даже есть ключи, чтобы его запустить. Класс. Чтобы провести его в действие, нам нужна лишь атомная батарея. Всего лишь на все. Я знаю, что у корпорации Некон на заводе есть одна из них. У меня есть агент, который может помочь нам внедриться в их ряды. Нам? То есть я прям такой как бы очень похожий, да? Допустим. Я не знаю его имени. Я не знаю его имени. Это робот в куртке-бомбере с золотой цепью на шее. Передай ему сообщение. Куртка-бомбер, золотая цепь на шее. Такому маленькому и быстрому, как ты, будет легко прокрасться на завод. Не стесняйся обращаться за помощью, город полон информации. Только держись подальше от стражей. Я теперь вне закона? Простите, на основании чего я вне закона? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну кассету я знаю, куда пристроить. Ладно, так, стоп, где здесь выход? Текст. Так, надеюсь, страж не будет же меня щемить, правда ведь? Ну, просто не хотелось бы. Так, с тобой мы общались, тут не знаю, что... Провод. Провод. А, нет, вода. По-любому какая-то суета должна начаться из-за этого, но я пока не знаю, какая. Но я думаю, нас посвятят. Так. Точно знаю, что нужно отдать кассету. Этим мы сейчас и займемся. Осталось только отсюда выход найти. Котика-бармотика на поворотах несется просто ракетой. Ебой. Давай. Зажигай. Пумц, 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 пумц. Ладно, хорош. Так, ты же как бы, ну, правда ведь не будешь за мной гоняться? Так, а ты чё? Здравствуйте. Упс, а чё? Прикольно, то есть я тут могу поспать? Так, ладно, не будем это заниматься глупостями. Так, все, пойдем. Неожиданное место, где можно поспать. Ну, в принципе, мы же котик. Так. Чё-чё-чё-чё. Слышь, ты кто такой? Заходить в магазин нельзя, когда там пополняют запасы. Учитывая, насколько некомпетентны эти двое, это может занять кучу времени. Цепь-бомбер. Паро. А, так, я уже целую вечность жду, когда Ступатча вернется, поможет мне выполнить за пассажляп. Босс очень недоволен. Этот парень снова балду гоняет в баре. Ему не поздоровится. Так, в баре. Не знаю, зачем я это делаю, но как бы, чё бы нет. Как этот...
О, подожди, кажись, бомбер. Цепь на шее, цепи на шее нет. Да это не бомбер. Так, ПМПО. Так. Я забыл, как звали, как, кого мне надо найти. Вообще не уверен, что надо. Так, так, так. Или это бомбер? Цепь на шее есть? Цепь. Стой. Пей в меру, малыш. Не так, как парень в подсобке. Какая жалость. Вот, шея на цепи. Нет, к сожалению. Так, ладно. Так, так, так. Разбудить. W. Не знаю, о чем ты говоришь. Загляни в магазин одежды. Ага. И там кассету надо будет подрезать. Ага, уморился. Это как раз тот, кого мы искали. Угу. Я понял, нахрена туда нужно было залазить. Пью. А он выживет после этого? Ну, не попробуем, не узнаем. Герак? Ну, походу, вполне себе. Здорово. Так, а шляпы это одежда или шляпы это не одежда? Интересно, я туда как бы... Хорош, блин. Вообще ништяк, пацану. Давай-давай, шевели. Давай-давай, перебирай лапами. Так. Чую, сейчас суета начнется. Угу, то есть тебе пофигу, да? Такой ты еще страж. Ну? Братан, вот твой друг. О! А, я понял. Я понял, нафига мы в коробку запрыгиваем. А зачем я туда сейчас за это заберусь? А зачем? Для чего я сюда заберусь? То есть магазин одежды, окей, там понятно, мне что-то кого-то встретить надо. Так. Свободен. Ладно, допустим. А... Заради чего я сюда забрался? И не было ли это преждевременно? Подрать ковер? Нет. Так. Могу в коробку забраться, но вопрос нахрена. А, стоп. Кью. Зачем я это сделал? Так. Или мне сюда нужно будет потом забраться? Украсть сказка рабочего? Серьезно? То есть вы не шутите, да? Мы сейчас будем в каске. Ага. Все, 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 я понял, в чем замут. Нам нужно сейчас в магазин. Так, а где магазин? В магазинную там стащить жилетку. И чё, мы сейчас на себя наденем жилетку? Серьезно? Так, здорово. А, нет, не, даже не думаю украсть. Я не думал. Так. Так, а что у тебя, маленький кот? Хочешь быть рабочим? Так, а тебе, наверное, надо показать.
Вот эту штуку, да? Да, конечно, Блейзер мой постоянный клиент. Я только что видел, как он крался за моим магазином. Не знаю, что он задумал. Так, слушать эту музыку. Ага, намек понял. Нет, это не ты. Намек понял. Сейчас устроим кипиш. Так. Качает. Хорош. Валим. Но немножко подрать надо. Ну, самую малость подрали, пошли за магазин. Так, за магазином. Это за магазином. Куда-то крался за магазином. Куда-то крался за магазином. Видимо, это не тот за магазином. Так. Мне с тобой нельзя пообщаться. Мы больше не можем музончик врубить. Здорово. Разве мы сейчас не имеем дело с Ростом? Понятия не имею. О чем ты? Так. Постоянный клиент. Видел, он крался за моим магазином. Не знаю. За моим магазином. Это магазин. Он крался за моим... А, может, вот тут крался? Так. Эдж Любомбер. О, Блейзер в натуре. Я, кстати, забыл, что тут Блейзер был. Откуда ты это взял? А ты из Outside, мой агент. Итак, вкратце, про атомную батарею. А батарея питает завод корпорации NECA, вон там. Но его территория закрыта и усиленно охраняется. Ага, то есть мы сейчас завод обесточим. Красавица. Красавцы просто неописуемые. Так, они проверяют абсолютно всех и пускают только тех, кто там работает. Угу. То есть мы сейчас будем котиком и бармотиком в жилетке и в каске. Да, это интересно. Так. А у меня есть идея, принеси мне так, да. А я пока буду здесь, чтобы вычистить подходящий момент. Ну, у меня есть. И располагаю. Так, где? Да блин, а как-то сразу не? Да, господи. Куртка именно то, что нам нужно. Сейчас переоденусь, может, отвернешься. Ага, то есть он все-таки будет в каске. Угу. Так, опять. Ну, так, так, так. Ну, допустим. Плюс-минус схема рабочая. Ну, тут цепочки, в принципе, такие линейные. Ну, без заморочек. И, видимо, без вариантов. То есть у вас как бы каких-то там еще идентификаций, кроме как вот по каске и по жилетке, больше нет, да? Че ты там рассматриваешь, дубина? Такие вы классные. Так, понятно, он его отвлекает. Мы можем выпрыгнуть и куда-то пойти. А, что-то мне подсказывает, что нас тут, наверное, будут ловить. И всякое сотворять с нами. Ну или не с нами. Понятно, байки травят. Но я думаю, в принципе, это как раз логичное завершение под серию, хоть она у нас получится не очень длинная.
И как раз в следующей серии продолжим тут путешествовать по заводу. Ну что ж, дорогие друзья, я вам скажу до свидания. До скорых встреч в новых сериях. Спасибо за просмотр, дорогие друзья. Не забывайте подписываться на канал, оставлять ваши комментарии, ставить лайки. Ну и про колокольчик тоже не забывайте.